Входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я зирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило, из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сея рожь, покрывал черный толю гумна, и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны, вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность. Главное, чтобы кот попадал. Кот уже попал. Уже попал. What I love most about Joseph is that he's absolutely serious. Бродский это поэт. Это строка. Это нельзя одним словом. Это человек. Еще тогда, когда он не стал Бродским, то есть когда ему было 18 лет, и мне, соответственно, он на месяц младше, с января 59 года. Но впервые услышал я его 14 февраля 1960 года на турнире поэтов в Нарвской заставе, устроенные Натальей Грудининой, ленинградских поэтов, где Бродский сразил практически всех. Половина зала ревела и выла от отвращения, половина от восторга. Бродский перед выступлением подменил безобидные тексты и выступил с текстами программными для того времени. И я услышал: мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя, мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. Я услышал: еврейское кладбище около Ленинграда, кривой забор из гнилой фанеры, за кривым забором лежат рядом юристы, торговцы, музыканты, революционеры. Thank you.
услышал того Бродского, которого я полюбил практически на всю жизнь и по сей час. Это был рыжий, сопливый, безумный, веснущатый еврей-пророк, мальчик, но пророк уже, Моисей. Бродский занимает совершенно особое положение в нашей литературе. И издавна занимает его, в общем, с самого начала. Я могу об этом спокойно говорить, потому что поэтическая работа Бродского долгое время шла на моих глазах. Гораздо труднее точно определить, чем, по каким причинам Бродский вот стал тем очень большим русским поэтом, каким он стал. Ну, если пытаться формулировать это сжато и коротко, то можно сказать вот какие вещи. Например, почему Бродский так сильно воздействовал на молодых людей в 60-е годы, в самом начале своей литературной карьеры? Очевидно, потому что, во-первых, никто так, как Бродский, и в творчестве, и в стиле поведения не выразил принцип свободы и человеческого достоинства. А во-вторых, что очень важно, Бродский в советский период, после сталинский период, скажем так, наиболее острым образом, что ли, воплотил необходимую для человека идею трагедийности существования. Советский читатель и молодой тогдашний читатель в частности были воспитаны на таком фальшивом оптимизме. Меня окружают молчаливые глаголы, похожие на чужие головы глаголы, голодные глаголы, главные глаголы, голые глаголы, глухие глаголы, глаголы бессуществительные глаголы, просто глаголы, которые живут в подвалах, говорят в подвалах, рождаются в подвалах под несколькими этажами всеобщего оптимизма. Бродский писал где-то о советских битниках, советских барачниках, советской неофициальной литературе, которая жила в подвалах, рождалась в подвалах под несколькими этажами сталинского всеобщего оптимизма. Бродский изначально со своих 17 лет был трагическим поэтом. Вот если соединить два эти момента, это был свободный трагический поэт. Свое отношение к детству. Я ненавидел себя ребенком. Я всячески от этого пытался отделиться, то есть я старался поскорее повзрослеть, да, то есть чтобы мной перестали командовать, да. Вот. И вот детство, это с одной стороны, детство, с другой стороны, Ахматова говорила, например, что детство это самая грязная пора у человека, да. Вот. И это все абсолютно правда. То есть, ну, может быть, в моем случае просто не было особенно розового детства, хотя семья была замечательная, то есть жаловаться мне не приходится. Ну, просто я ненавидел всю эту самую, то есть, всю эту дисциплину, всю эту милитаризацию. Советского общества. Советского общества, ну вообще детство, да, вы ходите в школу, вам, значит, говорят, делайте то-то, то-то, то-то. Наверное, все правильно, но, в общем, мне это не нравилось. Я старался, по возможности, побыстрее от этого отделаться. И вообще, когда человек смотрит на свое прошлое, он смотрит, то есть, как мне кажется, он смотрит на него скорее со смущением, со стыдом, если не просто с отвращением, потому что ты совершаешь массу поступков, которые ты хотел бы не совершить, да, которые лучше бы не совершать, и так далее, и так далее. То есть, в общем, у меня нет таких особенно нежных воспоминаний о детстве. Хотя о людях, о родителях, там, о родственниках, конечно же, я вспоминаю с нежностью.
vois ? Demande mon père en montrant les maillons de la lourde chaîne. Qu'est-ce que ça te rappelle ? Je suis au cours élémentaire, alors je lui réponds, on dirait des huit. C'est juste, dit-il. Et le huit, tu sais de quoi c'est le symbole ? Du serpent ? Presque. C'est le symbole de l'infini. C'est quoi l'infini ? Ça, tu ferais mieux de le demander ici, dit mon père, avec un léger sourire, le doigt pointé sur la cathédrale. Il est préférable que je me fie à mon acte de naissance qui déclare que je suis né le 24 mai 1940 en Russie, à Leningrad, quoique je trouve abominable ce nom donné à une ville qu'il y a longtemps les gens ordinaires avaient surnommé simplement Peter de Petersburg. Dans l'histoire nationale, la ville est devenue Leningrad. Par la vulgarité croissante de son contenu, elle le devient de plus en plus. En outre, le mot Leningrad a déjà pour l'oreille russe une sonorité aussi neutre que le mot construction ou le mot saucisse. Заключается именно в том, что он стоит на, как бы сказать, по отношению ко всей империи, по отношению к России, ко всему этому миру, к 1/6 части света, он находится как бы на краю этого света, да. То есть, и это объясняет до известной степени возникновение в нем в 18 веке, как бы сказать, русской литературы как таковой, как авторская литература. Для писателя, видимо, важно, то есть это общее место. Находиться в несколько отстраненном состоянии от своего материала, то есть должна быть какая-то дистанция. И Петербург, чисто географически, по отношению ко всей стране, по отношению к России, это, в общем, как бы сказать, это письменный стол, до известной степени. Письменный стол, стоящий на краю империи и на краю, как бы сказать, ну, до известной, угодно, до известной степени, мирового океана, то есть если воспринимать Финский залив как, значит, такой последний залив океана, да, Балтийское море и так далее, это идеальное место для письменного стола. В некотором смысле, в некотором роде, и в этом смысле это, конечно, вдохновляло, то есть это там, выход в некоторую бесконечность, да. La gare de Finlande, l'une des cinq gares par lesquelles le voyageur entre dans la ville ou la quitte, tout au bord de la Neva, s'élève un monument à un homme dont cette ville porte actuellement le nom. En fait, toutes les gares de Leningrad possèdent un monument à cet homme, statue grandeur nature devant le bâtiment ou buste massif à l'intérieur. Mais le monument situé devant la gare de Finlande est unique, non pas à cause de la statue elle-même, car le camarade Lénine est représenté de la manière pseudo-romantique habituelle, une main tendue en l'air,
comme s'il haranguait les masses, mais parce que le camarade Lénine prononce un discours juché sur le toit d'une voiture blindée. À ma connaissance, c'est le seul monument au monde à figurer un homme sur une voiture blindée. Unique à cet égard, il est le symbole d'une nouvelle société. L'ancienne société était en général représentée par des hommes à cheval. Я несколько раз сделал, и даже и до известной степени все, что я делал, это именно портрет этого самого поколения лет. А лет мироощущения поколения этому присущего. Не думаю, что мне удастся это сформулировать как следует. Но что касается этого ощущения, о котором они говорят, в общем, это вполне понятно. То есть, помимо всего прочего, я думаю, что, в общем, более-менее свидетельствует о том, что действительно в литературу пришло новое поколение, не только в русскую. Что теперь, как бы сказать, литература – это наше дело. И, как говорит Шекспир, то есть для этой перефразы из Бингенхерма, будущее «The rest is not silence, but belongs to me». «The rest is not silence, but belongs to us». Это перефраза из Гамлета. Это поколение, которое, в общем, я не знаю, вы знаете, мне трудно, это, я не хочу просто болтать без толку. Это люди, что ли, у которых меньше иллюзий, чем у их предшественников. Это люди единственные, для которых, в общем, это может быть последнее поколение, как мне кажется. Это может быть несколько мелодраматический взгляд на вещи, для которых культура представляла и представляет главную ценность из вообще тех, которые находятся в распоряжении человека. Это люди, которым христианская цивилизация дороже всего на свете, и которые, в общем, приложили немало, по-моему, усилий для того, чтобы ее, в общем, как бы сохранить, предохранить, защитить. Позволить ей выжить тогда, когда, казалось бы, значит, вот все должно перемениться, да. Это люди, в общем, то есть я уже говорю, видимо, о себе, которым свойственно определенное упрямство именно в отстаивании этих ценностей и в отвержении, и даже, в общем, в пренебрежении ценностями того мира, который возникает у нас на глазах. То есть люди, которые, в общем, ну, я не знаю, что я могу еще об этом сказать. Это люди, которые, в общем, чрезвычайно, то есть воспитанные более книгами, нежели опытом. Люди, для которых, в общем, опыт как таковой, если он не совпадает или оказывается, что ли, как бы сказать, менее интересным, чем опыт, предлагаемый книгами, они скорее будут пренебрегать реальностью в пользу литературы или в пользу культуры. Это поколение, то есть до известной степени, это поколение, которое до известной степени ответственно за перемены, происходящие, например, на сегодняшний день в Советском Союзе, более чем кто бы ни был иной. Ну, что еще могу сказать? Ну, это примерно все. Таких больше не будет, это точно. То есть те, которые моложе, как, впрочем, те, которые старше, они, в общем, в культуре в равной мере не заинтересованы. То есть старики по соображению сохранения своего положения и комфорта, более молодые по соображениям приобретения комфорта, да. То есть это может быть несколько цинический и холодный взгляд на последующее поколение, но таким оно мне представляется. Я буду рад, если я ошибаюсь, но я думаю, что я не ошибаюсь. Лес, водокачка, лицо крестьянки, изгородь из твоей жестянки расползается вправо-влево, вырытые рядом со стенкой хлева червяки, а потом телега с наваленными на нее кулями и бегущий убранными полями проселок, и где-то на дальнем плане церковь графином, суслоны хаты, крытые шифером столью скаты и стекла, ради чьих храм закаты и существует, и тень от спицы, удлиняясь до польской почти границы, бежит вдоль обочины за матерком возница, как лохмата жучка, она жединка, и ты глядишь на носок ботинка, в зубах травинка, в мозгу блондинка с каменной дачи, и в верхотуре только журавль, а не вестник бури, слава нормальной температуре, на 10 градусов ниже тела,
Слава всему, до чего я сделал, всему, что еще вам не надоело, рубашки, болтающиеся подсохнув, панами, выглядящие как подсолнух, вальсы издалеку на сопках, развивающиеся занавески летних, сумерек, крынками полный ледник. Сталин или Хрущев последних тонущих в треске цикад известий, варенье сделано из местной брусники, обмазанные звездки щиколотки яблоневой аллеи. Чем темнее становится, тем белее, а дальше высится бармалеи настоящих деревьев в сгущенной синьке, вечера кухни, зады, косынки, слюдяная форточка керосинки с адским пламенем, ужины на верандах. Картошка во всех ее вариантах, лук и редиска, невероятных размеров, укроп, огурцы и скатки, помидоры, все это прямо с грядки, наконец, наигравшись в прятки, пыльные емкости, копоть лампы, пляска теней на стене, таланты и поклонники этого действа, латы самовара и рафинад от соли, отличаемой с помощью мухи, соло у Дода в малиннике или сора лягушек в канаве у сеновала, и в латах кипящего самовара, ужимки вытянутого овала, шорох газеты, круглый отрыжек, из гостиной доносится четкий чижик, и мыль Симонида насчет лодыжек избавляет на миг каленый взгляд от обоев и ответвление боярышникова, вид коленей всегда недостаточен, тем дороже. И мысль Симонида насчет лодыжек избавляет на миг каленый взгляд от обоев и ответвление и от... Джизус, что я написал? Я думаю, что Бродский лучший сейчас поэт из пишущих на русском языке, потому что он самый свободный, не связанный никаким ни государственным, ни общественным каким-то давлением. Он пишет то, что чувствует и думает. И, видимо, он превосходит этим всех поэтов, которые живут здесь, в Советском Союзе, которые по понятным, по известным нам причинам того, что живущие здесь литераторы ощущают государственное давление и волей-неволей сами себя ограничивают, как это говорится по-русски, подвергает себя самоцензуре. Даже лучшие поэты из тех, кого назвал Иосиф Бродский, и называет в числе русских поэтов Кушнер, Рейн, невольно, независимо от своего желания, страдает тем, что они не говорят все, что могли бы и хотели бы сказать. Он никогда не был официальным поэтом в России, но я никогда не мог его воспринимать как неофициального поэта, потому что это находилось все в других измерениях. Он был поэт, и этого времени, наверное, более громкого голоса не было. Наверное, всякий большой поэт отличается тем, что он приносит в искусство то, чего в искусстве до этого не было. Он приносит улицу и голоса людей, которых там не было. Отличие его от тех, кто подражает жизни, в том, что у него это превращается в искусство, в его работе. Это произошло с Бродским. А какой бы... Он может вести речь о довольно низких предметах, там, о газете, об овощном магазине, о лысине, о чем угодно. Они приобретают больший размер в его стихах, потому что человек находится в присутствии всегда чего-то большего, высшего, может быть, более длительного, я не могу сказать, вечного или не вечного, это трудно судить, но чего-то более значительного, чем наша каждодневная жизнь. Вот я думаю, что это качество и придает его стихам классический характер. Не классический характер, а классические размеры, пропорции. Он говорит очень громким голосом в поэзии, но и, видимо, считает это своим долгом. Мне кажется, что у него есть на это право. Я не знаю, классик ли я.
я абсолютно не в состоянии думать или рассуждать о себе в этих категориях. Я думаю, что просто я в достаточной степени человек с современным сознанием, который облекает, там, скажем, свои соображения или свои, там, скажем, высказывания по поводу того, что происходит в жизни и так далее, и так далее. Ну, несколько более строгие формы, нежели, там, скажем, нежели нежели большинство или значительное большинство моих современников. Я делаю совершенно сознательно, потому что я считаю, что хаос надо организовывать. Хаос — это неинтересно, хаос — это банально, да. Порядок — это не банально, да. Ну, уже хотя бы поэтому, да. Скоро 13 лет, как соловей из клетки вырвался и улетел, и на ночь глядя таблетки, Багдыхан запивает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки и, включив заводного, погружается в сон убаюканной ровной песни. Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной невеселые, нечетные годовщины. Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дрожает. Наш маленький сад в упадке. Небо тоже исколото шпилями, как лопатки, из отпирок больного, которого только спину мы и видим. И я иногда объясняю сыну Багдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. Это письмо от твоей возлюбленной дикой утки, писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица. Почему-то в последнее время вокруг все больше бумаги, все меньше риса. Дорога в тысячи ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли, особенно отчитывая от О. Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли, тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмысленности со слова перекидывается на цифры, особенно на нули. Ветер несет нас на запад, как бурые семена, из лопнувшего стручка туда, где стоит стена. На фоне человек уродлив и страшен, как иероглиф, как любые другие неразборчивые письмена. Движение в одну сторону превращает меня в нечто вытянутое, как голова коня. Силы, жившие в теле, ушли на трение тени, а сухие колосья дикого ячменя. Самый конец 59-го года. Я тогда начал выпускать, ну, первый в этой истории литературный, чисто поэтический журнал. И поскольку это вообще был первый самиздатский журнал, и поскольку тогда за это еще и не сажали, и вообще непонятно было, что это такое, то вокруг начали появляться люди. Питерскую поэзию я любил, и в частности вот моими друзьями и авторами, так сказать, этого же журнала, и уже наверняка авторами, были те, кого сегодня Бродский называет своими учителями. Женя Рейн, Володя Уфленд. Но сам Бродский, ну, в общем, в этом еще чувствовалось что-то совсем, совсем молодое, немножко слишком задиристое. 15 по 5. И после этого был перерыв на 2 с лишним года, потому что вскоре за этим меня просто посадили за этот самый журнальчик «Синтаксис». А когда меня выпустили, то тут уже, куда бы я ни приходил, хотя я уже не издавал никаких поэтических журналов, но куда бы я ни приходил, я видел толстую пачку стихов Бродского. Уже это... Уже как бы появился какой-то поэтический рынок, на котором были разные валюты, и вот это была валюта из валют. Официальные лица мало вчитывались в его стихи.
они их не очень интересовали. Их интересовало его воздействие на мир, воздействие на читателя. При том, что он не публиковался в то время совсем, он очень читался. Читался в значении гораздо больше, чем многие известные, так сказать, официальные поэты. Ну, очевидно, знают и в Европе, и во всем мире о таком явлении совершенно особом в нашей культуре, как сам издат. Это распространение литературы в рукописях, в машинописи, которое не удалось истребить, несмотря на все старания. Вот Бродский был одним из таких вершин поэтического самиздата 60-х годов. Когда я первый раз поехал в Ленинград в 64-м году учиться, я первый раз в списках в его процесс, естественно, тунеядца Бродскому. И первые его стихи, которые я прочел, я помню, поставим памятник в конце длинной городской улицы, которая никому не мешает. Поставим памятник лжи, все слепые блуждают ночью. Сейчас, когда рассказываю, он всегда так улыбается по поводу этого. Потому что это, в общем-то, конечно, юношеские стихи, но полные тех. Одно из самых страшных впечатлений в моей жизни. И тогда, и по сию пору. Хотя с тех пор мне вот в брежневские времена пришлось побывать на нескольких политических процессах в Ленинграде. Процессах вот такого, что ли, террористических по отношению к нашей интеллигенции. Процессах совершенно беззаконных. Но, тем не менее, впечатление от суда над Бродским, пожалуй, самое сильное из них. Может быть, потому что это был первый такой суд. Нужно еще помнить, что суд над Бродским был первым страшным ударом по нашей литературе, который был нанесен в послесталинские времена. После того, как он вернулся из ссылки, и вот он меня удивил тогда в первый раз пропорциональностью своей реакции на это событие. Там не было ни озлобления, не было ни удали какой-то наигранной. Он воспринял это как часть жизни, даже, кажется, что-то в этом роде сказал. И вот этот первый... Я тогда подумал, что... У этого человека есть ощущение своей судьбы. Не миссии, что было бы, наверное, очень скучно, а судьбы. И судьба может принимать вид там, неграмотного судьи или какого-то мошенника. Она может действовать через них, но не они являются двигательной силой его жизни. Поэтому у него не было ни враждебности, ни озлобления, ни желания нажить внутренний моральный капитал на этом. Не для других, а даже для себя. Биография человека, она, то есть биографические возможности человека, они колоссально ограничены. Ну что может произойти с человеком? Ну там, скажем, ну это все можно подсчитать, даже прикинуть на компьютере, даже компьютера не надо, пальцев достаточно. То есть он может, там, скажем, родиться в бедной семье, в богатой семье, у него могут быть братья, у него может не быть братьев, он может быть женат и разведен, извращенцем, нет, там, несколько детей, несколько семей, сесть в тюрьму, умереть рано, умереть поздно и так далее, и так далее, и так далее. Если бы дело было в жизни, у нас было бы гораздо больше литературы, да?
То есть гораздо больше поэзии. Дело совершенно не в жизни, а дело в языке и, ну и, если угодно, в некотором таланте индивидуума, да, в слухе, если угодно. Или в этом самом, как бы сказать, во вторжении потусторонних сил. То есть я терпеть не могу всех этих... То есть мне, с одной стороны, повезло, с другой стороны, нет, разумеется. Ну, потому что действительно жизнь моя до известной степени богата событиями, или, по крайней мере, богаче, чем, там, скажем, у среднего человека. Но ни в коем мере не играет роли, там, скажем, в моем процессе, для самого творчества, да? То есть, скажем, масса людей была, у которых жизнь была куда более насыщена событиями, которые видели больше, слышали больше, участвовали в совершенно невероятных делах. То есть есть люди, которые просто бомбили Хиросиму, но они стихов не писали, да? Поэтому, в общем, то есть, я думаю, что это чрезвычайно неразумно. То есть неразумно, а просто это отвлекает читателя, это отвлекает внимание публики от творчества, когда начинается разговор о жизни. Это чрезвычайно вредные дела. Монументы событиям, никогда не имевшим места, несостоявшимся кровопролитным войнам, фразам, проглоченным в миг ареста, помеси голого тела с хвойным деревом, давшей Сен-Себастьяна, авиатором, воспарявшим к тучам посредством крылатого фортепиано, создателю двигателя с горючим из отходов воспоминаний, женам мореплавателей над блюдом с одинокой яичницей, обнаженным конституциям, полногрудным независимостям, кометам, пролетевшим мимо Земли в погоне за бесконечностью, чьим приметам соответствуют эти ландшафты, но не полностью, временному соитию, в бороде арестанта, идеи власти и растительности, открытию, инфарктики, неизвестной части того света, ветреному кубинству, кровель, внемлющему сопрано телеграфных линий, самоубийству от безответной любви тирана, землетрясению, подчеркивает современник, народом, встреченному с восторгом, руке, никогда не сжимавшей денег, тем более детородный орган сумме зеленых листьев, вправе заранее презирать их разность, счастью, с нам, навязавшим яви за счет населения свою бессвязность. Столкновение, собственно, Бродского и официальной культуры, это было на самом деле столкновение культуры, русской культуры и антикультуры, которая всячески официально культивировалась. Emmène en une nuit, là où il faudrait une vie pour y parvenir. Et si cela sonne comme une publicité, tant pis, car il est temps de vendre cette idée. Je souhaite en effet qu'elle ait plus de clients. Une métaphore aiderait peut-être. Être un écrivain exilé, c'est comme être un chien ou un homme envoyé dans l'espace dans sa capsule. Et ta capsule, c'est ta langue. Pour en finir avec la métaphore, il faut ajouter que rapidement, le passager découvre que la capsule ne gravite pas vers la Terre, mais vers l'immensité de l'espace. I think Joseph was famous in America among people who care about literature. Before he arrived, he had very distinguished patrons. I knew that he was a protege of Akhmatova's, and I knew Auden, and I knew that Auden was interested in his work, and I also had heard Robert Lowell talk about him. Yes, I think the audience for literature in the United States is a small audience, but I would say among people who care about literature, Joseph was viewed as a very important writer. I think Joseph has made a big difference here in America. He has influenced taste in poetry. He has made people more interested in Russian literature. Svetaeva and Akhmatova and Mandelstam are well known in part because we have a great poet living among us who is an heir to that tradition and has written about those writers. People are much more aware of Russian literature in part because of Joseph. He has influenced American poets
because of his particular ideas about poetry? В моем случае, по-моему, говорить об изгнании, в общем, более-менее бессмысленно. Это, как бы сказать, ну какое изгнание? Вы посмотрите, стол, сидит кот. То же самое происходило бы и дома, да. Но географическое перемещение. Это только интересно. Любая страна, это моя старая шутка, то есть не шутка, в общем, любая страна, в конце концов, продолжение пространства, да. Идиоматика остается той же самой. Любое место, продолжение пространства. И, ну, разумеется, в общем, все это сопряжено с трудностями перемещения, куда бы то ни было. То есть начинать жизнь 32 года в другом месте довольно сложно. Но так и следует рассматривать прогресс как усложнение задачи. И это самое... я ни в коем случае не рассматриваю себя как изгнанника и как жертву. Я просто себя рассматриваю себя как человека, живущего в другом месте, за границей, в худшем случае, и так далее, и так далее. В конечном счете, когда вы... То есть и по существу, это, в общем, никакой... то есть по существу я не чувствую никакой особенной разницы. В конце концов, научить себя другому языку и так далее, это было только интересно и очень важно. Это, в конце концов, то, что называется по-английски challenge, да? Что касается, там, скажем, взаимоотношений с людьми, ну, вы знаете, когда вы кончаете, то есть проходит день, когда вы, там, скажем, сочиняли что-нибудь, вы выходите на улицу в родном городе, вы чувствуете себя не менее странником или чужеродным телом, нежели когда вы находитесь за границей. В общем, может быть, находясь за границей, это скорее естественно испытывать, чем находясь дома, да, то есть уже хотя бы это. То есть, в общем, качественно никаких особенных таких переживаний новых, качественно новых, я упомнить не могу. Просто жизнь в другом месте, вот и все. И так это и надо называть. То есть я всю жизнь хотел поехать, посмотреть, так далее, тогда я никогда не хотел уезжать на, что называется, на всю жизнь, но это произошло. Но это новые условия игры, вот. Но это самое играющее, тот же самый человек, да, то есть это самое. Так что, в общем, никакой особенной драмы с этим связано не было, такой внутренней драмы. В общем, я довольно много переводил, и, оказавшись здесь, я просто переводил с английского в том числе. И, в общем, когда я оказался здесь, у меня было такое ощущение, что я как бы приблизился к оригиналу, что называется, да? Шутка. Joseph likes to talk. He likes to be in public. He likes to engage in debate. He's very combative in debate. He likes to fight. He likes to be what he calls interesting. That made a difference because he was a presence, not just a text, but he was actually personally a presence. And he's, of course, very powerful and very eloquent. He's a very political person. Not just in the sense that he has political views, but he wants to be part of the politics of literature. He wants to influence people's taste. He wants to help create reputations and correct reputations. He wants to attack writers whom he doesn't like. He wants to promote writers he does like. He's not just a poet. He is a man of letters and he's a public person. The tourist archipelagos of myself are prisons too, corruptible. And though there is no harder prison than writing verse, what's poetry if it is worth its salt but a phrase men can pass from hand to mouth? From hand to mouth across the centuries, the bread that lasts when systems have decayed, when in his forest of barbed wire branches, a prisoner circles chewing the one phrase whose music will last longer than the leaves, whose condensation is the marble sweat of angels' foreheads, which will never dry till Borealis shuts the peacock lights of its slow fan from L.A. to Archangel, and memory needs nothing to repeat. Frightened and starved with divine fever, Osip Mandelstam shook, and every metaphor shuddered him with ague. Each vowel heavier than a boundary stone to the rustling of ruble notes by the lemon never. But now that fever is a fire whose glow
warms our hands, Joseph, as we grunt like primates, exchanging gutturals in this winter cave of a brown cottage, while in drifts outside, mastodons force their systems through the snow. I wrote this poem for Joseph Brodsky in Oklahoma a few years ago. What Brodsky does as an example is he deepens your responsibility as a poet in this respect. He deepens it, he reminds you that you have to think. Говоря, ничего не умалчивает. Я как-то пришел к нему вечером, у него был ужин на столе, и очень, надо сказать, хорошенькая женщина приготовила замечательный ужин, и уже вино стояло на столе, и все. И он говорит: о, мышь, он меня мышью зовет, а я должен с тобой... Хотя он мне позвонил, он говорит: приходи, мне нужно с тобой поговорить. И он меня отвел напротив, в какую-то забегаловку. Буквально намедни он смотрел что-то по телевидению с моим участием, ему очень не понравилось. Так он оставил свой ужин своей девушкой и два часа провел со мной в забегаловке, говорил о моих фопа, да, все дела. И вот такой человек он. He reminds you that you have to think. And that may not sound too remarkable. And by thinking, I mean good thinking, sound thinking. I don't simply mean an image that is striking or a philosophical thought or a metaphysical thought or something. I mean, what I think he's done is to return to poetry the necessity not only of clear thinking, but of hard thinking, of difficult thinking, and that the resolution of that thought, which may be in a metaphor or it may be in a phrase, is a solid system of thought known as poetry and not necessarily philosophy or religion or science. And that, to me, is very important. О тебе удаляется, как рожа оная прислуга. Нет, как платформа с вывеской вырится или тарту. Но надвигаются лица, не знающие друг друга. Местности, нанесенные точно вчера на карту, и заполняет вакуум. Видимо, никому из нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах недостаточно извести. В нашей семье, волнуясь, ты бы вставила, не было ни военных, ни великих мыслителей. Правильно, Невским струям. Отражение еще одной вещи невыносимо. Где-то матери ее кастрюлям уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына. Тот уже снег, этот мрамор для бедных, за неимением тела, тает, ссылаясь на неспособность клеток, то есть извилин вспомнить, как ты хотела пудря щеку, выглядеть напоследок остается, затылок от взгляда прикрыв руками, бормотать на ходу, умерла, умерла, покуда. Города рвут сырую сетчатку из грубой ткани, дребезжа, как сдаваемая посуда. Я вам говорил уже об этом, поэзия играет роль вот, колоссального ускорения сознания, да, то есть, и вот этот способ вырваться из детства, если угодно, да. Просто она, как бы сказать, образовывает человека, она заставляет его видеть связи, те связи, как бы расправляет его, подталкивает к тем душевным движениям, или обеспечивает вызывает в нем те душевные движения, которых иначе бы он не совершил. То есть это наиболее, как бы сказать, эффективный, на мой взгляд,
наиболее эффективная форма познания. И на это, в общем, ничто не влияет. То есть однажды, когда эта метода, с этой методой, когда ты сводишь знакомство, она становится уже более-менее инстинктивной постепенно. И потом уже ты становишься этим методом познания, этим методом существования. Ты сам превращаешься. То есть ты превращаешься в некотором роде в язык. И все эти самые измерения, там, скажем, премия, не премия, мировая известность или мировая неизвестность. Литература всегда существовала, в общем, более-менее маргинальная. И это вполне логично, в любом обществе. И это логично, естественно, и каждому литератору это более-менее известно. И поэтому признание или отсутствие оного, это всего лишь, по существу... Ничего, он сейчас прекратит звонить. Это по существу лишь дело степени этой маргинальности, то есть она больше или меньше. Для человека частного, и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего к предпочтению этом довольно далеко, и в частности от Родины, ибо лучше быть последним неудачником демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии. Оказаться внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испытание. Ощущение этого усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог, что называется, обратиться урби эт орби с этой трибуны, и чье общее молчание как бы ищет и не находит в себе вас выхода. Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это простое соображение, что по причинам прежде всего стилистическим писатель не может говорить за писателя, особенно поэт за поэта, что окажись на этой трибуне Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Уотон, они невольно говорили бы именно за самих себя и, возможно, тоже. Трудно представить себя в качестве туриста или гастролера в стране, где я родился, вырос, прожил 32 года. Это чрезвычайно сомнительно, по-моему. То есть трудно себе представить. Я думаю, что осуществить это просто. Осознать это, видимо, немыслимо. То есть это, видимо, будет просто еще таким дополнительным увеличением абсурда, который чрезвычайно... которым, скажем, мое существование, как мне представляется, изобилует уже и так. И, в общем, мне лично, то есть по своей воле увеличивать количество абсурда в своем сознании, в общем, неохота. То есть, разумеется, существуют всевозможные сентименты и так далее, и так далее, и так далее. Но если там, скажем, имеет еще смысл вернуться на место преступления, да, там, скажем, преступнику, потому что там, может быть, деньги закопаны, да, то на место любви возвращаться, в общем, как-то двусмысленно и бессмысленно вполне возможно. Я понятия не имею. Думаю, что, скорее всего, нет. Думаю, что человек превращается на протяжении его существования, как мне представляется, в общем, во все более автономное тело. И вернуться из этого, в общем, до известной степени психологического космоса в ту, в общем, во внятную, и, как мне представляется, внятную до сих пор эмоциональную реальность, уже, в общем, бессмысленно. То есть, конечно, можно ходить, улыбаться, говорить «да», и там это самое, и принимать поздравления. Ну, в общем, как...
Но мне подобная перспектива глубоко противна. Если бы я мог оказаться там внезапно, совершенно в качестве частного лица и так далее, тогда увидеть двух или трех человек, которых бы я хотел бы повидать. Да, может быть. Грубо говоря, я сомневаюсь в том, что я когда-нибудь вернусь в Отечество.